Еще одно новшество общероссийского голосования. Впервые в истории процедура волеизъявления граждан проходит на свежем воздухе. Несколько часов в день участковые избирательные комиссии работают на придомовых территориях. На пункте для голосования под открытым небом побывала наш корреспондент. Мобильный участок для голосования 1463 расположился на улице Авиаторов. Ровно в 16:00 члены избирательной комиссии приняли первого посетителя. Процедура проходит так же, как и в стационарном участке. Безопасность здоровья голосующих на первом месте. Есть маски, есть набор дезинфицирующих средств, перчатки, специальные одноразовые халаты, набор ручек, то есть каждому голосующему ручка, чтобы он расписался и мог ее забрать с собой. Везде у нас разметка нанесена, даже на улице социальная дистанция тоже отмечена. За общероссийским голосованием ведется общественное наблюдение. Кроме обеспечения средствами защиты, в каждом муниципалитете Московской области следят за легитимностью и прозрачностью процедуры голосования. У нашей рабочей группы большой рейд по люберцам. Пока все, что мы видим, позитивно. Самое главное, все желающие люди, которые в Люберцах захотели стать общественными наблюдателями, получили направление. Наблюдают и политические партии, и разные сетевые общественные организации. Это уникальный совместный процесс. На базе Общественной палаты Московской области действует ситуационный центр. Первый день голосования руководители рабочей группы по общественным наблюдениям подытожили на видеоконференции с коллегами из Общественной палаты России. Луиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.